Ситуация следующая. На сегодняшний день учебный процесс проводится в старой части в школе номер один и на химике в школе номер семь. Дети, которые желают пойти в школу, они могут прийти на обучение, но их не так много в связи с тем, что ситуация очень серьезная. Есть ребята, которые дома дистанционно выполняют домашние задания, которые им выдаются. Есть ребята, которые выехали в близлежащие поселки, населенные пункты. Светлана Анатольевна, замдиректора 4-й школы, которая не работает. Я не ошибаюсь? Да, наша школа на данный момент не работает. Мы работаем с детьми дистанционно. То есть все классные руководители, все преподаватели в телефонном режиме. Мы работаем с детьми, все время стараемся детям дать консультацию какую-то.